В Ростове-на-Дону задержанная устроила стриптиз в отделе полиции. 41-летнюю женщину задержали за хулиганство. Она пыталась разжалобить полицейских обнаженными танцами и таким вот образом получить освобождение. На видео, которое нам прислали через мобильное приложение LifeCore, видно, ничуть не смущаясь, она заманивает полицейских руками, называет малолеточками и по очереди показывает им свои интимные места. Сотрудники не останавливают ее, а снимают все на видео и даже просят оголиться еще раз. Сначала в коридоре, а потом уже за решеткой. На! Смотри, ставка, чтобы не упала. Но задержали женщину за пьяные выходки. Она бросалась на прохожих, скандалила и лезла в драку. Вести себя вызывающе не прекратила и в отделении полиции. За решеткой ее продержали сутки, после выписали штраф в размере 500 рублей, ну и отпустили.